Жители Турции не могут позволить себе покупать мясо в прежнем объеме. Потребление говядины и баранины на душу населения в Турции упало на 41% за последние два года. Причина в инфляции, росте цен на энергоресурсы и топливо. Туркам просто не хватает денег, судите сами. Годовая инфляция в Турции достигла 80%, а пророчат до 120%. Владелец средней мясной лавки в декабре 2021 года платил за электричество 700 лир. В июле 2022 пришел счет на 3800. Это в 5,5 раз больше. Плата за аренду растет, транспортные и коммунальные расходы увеличиваются, продавцы, соответственно, повышают цену на мясо. А пенсии и зарплаты растут очень медленно. Около трети турецкого населения живет на минимальную заработную плату. Они уже не могут позволить себе покупать мясо, как прежде. Если раньше на минималку в Турции можно было купить 60-70 килограммов мяса, то теперь едва ли хватает на 35. Мясным лавкам и магазинчикам сложно работать не в убыток, многим грозит закрытие. Согласно опросу, более 70% турок заявили, что с трудом выживают. Покупка мяса и фруктов в Турции стала роскошью.